Привет всем, меня зовут Татьяна Андреева. Под моим прошлым видео о блокнотах было очень много просьб о блокноте совсем без клея и совершенно без сшивания. Поэтому в этот раз я поделюсь с вами этим чудо-способом сделать блокнот абсолютно без скрепок и клея. Несмотря на то, что я подготовила мини-блокноты, вы в свою очередь можете сделать таким методом блокнот любого размера. Давайте приступим к делу. Обложку на мои блокноты я решила распечатать. Ну, конечно, их можно оформить и самостоятельно с помощью фломастеров. Итак, для блокнота нам нужно две стопочки двойных листочков. Для удобства скрепим стопочку зажимом. Под линеечку делаем прорезь примерно по центру в одной из стопки листов, а в другой стопке с обложкой делаем надрезы по краям, вот так. Что дальше? А дальше нужно просто вставить одну стопочку листочка в другую. Разворачиваем блокнот так, чтобы обложка была в начале. Отрезаем лишние края. В принципе, блокнот готов. Единственное, что я решила дополнительно сделать, это укрепить обложку с помощью скотча. Лишнее отрезаем. Все, блокнот готов. Можно пользоваться. Вот так, не имея клея и скрепок, можно сделать легко и просто блокнот своими руками. Давайте поиграем. На экране 9 коробочек с сюрпризами. В 2 из них я поместила подарочки. Цифры спрятаны где-то в видео в виде пасхалок. Найди их и напиши цифру в комментариях. Первым двум угадавшим я отправлю подарочки. А еще 5 участников попадут в мое следующее видео. Розыгрыш проводится среди подписчиков. Имена победителей я укажу в описании под видео в день публикации следующего выпуска на моем канале. А мы помчали дальше. Имена двух победителей указаны под этим видео в описании. Поздравляю! А это еще 5 случайных участников, которые тоже угадали цифры. Играй еще раз и выигрывай. И помни, твой комментарий с цифрой может попасть ко мне в видео. Можешь написать что-то интересное, передать привет друзьям или рассказать о себе моим зрителям. Ну а сейчас я хочу передать приветы Алине, Ане, Коле, Кристине, Лизе, Насте, еще Насте, Нике, Савсан, Свете и Тане. Хочешь привет от меня? Пиши свое имя в комментариях. А я благодарю вас за просмотр, участвуй в розыгрыше призов от меня. Находи цифры в видео и будь первым, кто даст правильный ответ в комментариях. Добавляй канал в подписки и будь в курсе новых выпусков. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Добра вам и творческих успехов. Обнимаю и жду вас в следующий раз. Пока!